Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе объявлен день траура. Это горе не только для семей, это горе для всего города, для всего Севера. Наши моряки не вернулись домой. От имени всех северян я приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы окажем необходимую поддержку семьям. Каждая семья получит по 1 000 000 рублей. Кроме того, мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших.